привет! Меня зовут Гущин Кирилл, и я разработчик спиннингов на стрим. На самом деле все просто. Сегодня мы поговорим о новой серии от Нордстрима. Серии, разработанной специально под крупные приманки. И это ответ на вопрос, почему я сейчас сижу рядом с Сергеем Жмуром. Поздоровайся с людьми. Всем привет. Вот, потому что без него этой серии бы не получилось. Ну, сколько, наверное, год два назад? Два с половиной, наверное. Два с половиной года назад, да. Осенью у нас было дело. Был разговор о том, что в принципе чего не хватает на нашем российском рынке, не хватает удилищ под крупные приманки, мясных, мультовых. И нужно было выдержать определенные параметры по жесткости, по строю, по весу и по при цене. Этом вписаться в цену. Да. Собственно говоря, вот процесс разработки занял 2 года. Не только я лично, Сергей, принимал очень активное участие в тестированиях. То есть все, что приходили образцы, мы тестировали вместе, мы тестировали порознь. И вот в итоге, наконец-то, у нас получилось. Значит, что получилось? Получились 2 палки под мультипликатор, 2 палки под мясорубку. Это тесты, соответственно, до 130 и до 180 грамм. По низам. Я не стал на удилищах писать низа специально. Потому что условия разные, и кто-то сможет ловить там и 15 граммами, например. Ты прощинул, но 28 ты сегодня сам кидал. Да, я сегодня плюс кидал резина. Даже 26. Ну, 26 джиг и резина 70 да. грамм. То есть, условно говоря, сразу прям предвидим вопрос, самый первый вопрос будет такой, а можно ли ими ловить еще как-то? Можно, да. То есть вот сегодня ловили на джиг, на удилище с тестом до 130 грамм у меня работала, собственно говоря, приманка, ну вот, 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 вот. Это, кстати, делает Сергей, это его фирменные. Работала вот эта вот приманка с 26 граммами. Падение на дно, там все дела пироги, я чувствовал великолепно. Более мощные удилища до 180, ну сколько, грамм 35. Наверное, ну да, но опять же мы грузили ее на 14-16 метров, чтобы она быстро падала. А по большому счету, если таскать вот по меликам, то 7, 6, 5 даже грамм. Это в забросе, а если мы будем джигом ловить? Да, ну я не знаю, есть ли смысл такими палками джигом ловить? Иногда. Просто народ спрашивает, именно в каком плане. Поехал я ловить бигбейтами, ничего не клюет, хочется попробовать джиг. Ну, я вот думаю, минималка. От 32 уже будет очень комфортно. Да, наверное, 32-35 грамм. То есть, это не основное. Это на самом деле просто, если вариантов других нет, вы хотите половить на джиг. Вот эти низа мы обозначаем как вот практически то, что применяли сами, просто в процессе тестирования. Так, теперь что из себя представляет? Естественно, графит. Естественно, недорогие, но хорошие вебовские кольца. С катушкой-держателем тоже проблем нет. То есть копия фуджерского ACS. Обязательно большой фаргрип, чтобы было удобно при вываживании. Длинная рукоять, чтобы можно было нормально кидать тяжелые приманки. Естественно, для у модели 100, до 180 рукоять длиннее. Строй средний. Вершина ни разу не мягкая. Потому что иногда нужна техника, скажем так, и рывочков, и подбросиков. То есть для того, чтобы все это осуществлять, пришлось делать достаточно жесткую вершину. Вот, при этом удилище сбалансированное. То есть вот мы сейчас смотрим, вот она с мультом. Давайте я приманку уберу. Убрал приманку, смотрим баланс. Потому что баланс в таких моделях гораздо важнее, чем чистый вес. Вот у нас баланс вот здесь. То есть, в принципе, я считаю, что для удилища, вот в данном случае 130 грамм у меня, достаточно легкая катушка, это у нас инстинкт катушка от BFT, вот, в принципе, как бы в руке, ну, абсолютно нормально лежит. У тебя ощущения по весу, по балансу, по разрисовке? Усталости нет вообще, то есть, видел, что если кидать 12 часов целый день, что бы делали вчера? Да, если был неправильный баланс, просто плечи бы отваливались. А тут за счет чисто того, что спиннинг, училище хоть и жесткое на хлысте, специально сделали это, но в то же время кидает именно удилище, а не рука. То есть делаешь небольшой мах, а удилище уже за тебя кидает приманку. И вчера мы выходили, не забывая еще кидать вот эти. Да. Как они называются? Джерки. Джерки.
И просто джерковых палок нет. Как бы она длинная, да, может быть, долго и джерковать не получится, но в то же время вот малыша и большой джерковали, запускает, пробивает любой очень прекрасно. То есть, в принципе, если так сложилось, что специальной джерковой удилища нет, а хочется попробовать с определенной техникой, не любой техникой джерковой, но определенную технику джерковой, ловить этими удилищами можно. Так, ну а теперь про основное. Основное, соответственно, вот опять же, чисто как думали, что получилось и что сделали. Значит, удилище до 130 грамм вполне уверенно справляется с резинками грамм, наверное, до 100, до 110. Ну, даже 120. 120 плюс небольшой вес тоже вполне нормально работает. Если вдруг приманки у вас еще больше, еще массивнее, то тогда, конечно же, вот сделана вторая модель до 180 грамм. Обе модели сделаны, как я уже сказал, и под мультипликатор, и под безнерцовку. Честно говоря, безнерцовка — это не лучший вариант совсем. И, кстати, если будете смотреть безнерцовный вариант, то катушки нужны довольно крупные. То есть у меня, например, это Twin Power Saltwater 5000 размер. Вот все, что меньше, отказать сразу, умрет моментально. И карповый напальчник в комплекте. Да, и карповый напальчник тоже, кстати, был бы желательно. Иначе сотрется просто пальцы. Вот. Это если кто-то хочет попробовать, не понимает, сможет ли мультом или не сможет. Но, так как вот эта вот модель разрабатывалась долго, четкие условия, как будут пользоваться, что и как, было понятно сразу, как Сергей уже правильно сказал, она максимально френдли ориентирована под забросы. То есть даже если вы не супер профессионал в мультипликаторах и держите мультовую катушку, там мультовый комплект первый раз в жизни, чуть подзатянули тормоза, тяжелые приманки будут лететь уверенно и достаточно далеко. Хотя, в принципе, для такой ловли дальности не очень нужно, наверное. Ну, извини, мы даже без ветра. То есть вот прошка намотанная 41-я, грубо говоря, 45-я, там 41-я или намотанная, мы ее пополам на две катушки раскидали. Ну, бывает так, что, блин, практически 70 метров улетает, 130, ну, 65 там получается по факту, 135 метров там наш пуля. То есть мы ее четко пополам прямо на земле померили, поделили. Поделили, да. Да, и то есть выкидывается она легко, причем реально я пользуюсь техникой, я пальцем притормаживаю шпулю, а Кирилл просто тупо затягивает, блин. Ну, я делаю как положено, да, без пальцев. Фрикцион сожгешь просто и все. Да и ладно. Ну, в общем-то, вот эта вот серия под Big Bait Special, она, в общем-то, рассчитана, скажем так, наверное, может быть, не на самых профессионалов, а как раз на людей, которые уже уверенно хорошо ловят, либо хотят попробовать что-то, но не хотят платить очень большие деньги, потому что розничная цена будет очень приятная. Нет, порядка 12-13 тысяч рублей. В принципе, я бы даже сказал так, что это лучше, чем покупать других компаний, грубо говоря, стеклянные палки, которые просто будут потом использоваться под троллем. Ну да, то есть дешевле мы сделать смогли, как бы, но делать не стали. По одной простой причине, что все-таки это должно быть хорошее удилище. Вот в данном случае у меня четкое понимание, что соблюдем баланс между качеством. Качество в данном случае подразумевает, понятное дело, а, надежность, б, возможность легко забрасывать приманки достаточно далеко. С. Очень важно, кстати, не сказали, а спиннинги достаточно жесткие, они подсекают. Потому что я знаю, что есть проблема, когда, скажем так, бюджетные бигбейтовые палки используются на рыбалке. Часть из них достаточно мягкая. Ну, ты знаешь эти модели, да, не будем называть. Вот. Проблема в чем? Чтобы посечь мягкой моделью щуку двумя большими тройниками. Это реально, но это надо просто в катере тогда подпрыгивать. Вот, здесь этого делать не надо. То есть нормальная, уверенная подсечка гарантируется. Что еще мы сказали по этим двум самое моделям? Главное, когда мне Кирилл прислал этот спиннинг, первый, который уже пошел вот в таком виде. В косметике. В косметике. Через девушку он сказал: ой, какая красивая. То есть реально эстетически очень красивая палка получилась. Ну, на самом деле дизайн достаточно простой, но как бы суровый. И открою маленький секрет. Зеленая щука. Да, да, именно поэтому. Щука зеленая. Спиннинг зеленый.
открою маленький секрет, под диктатором, скорее всего, мы сделаем еще и леску, возможно, приманки. В общем, план в громадье, когда все сделаем, не знаю. Но как бы хотим и будем уверены в этом. Вот, собственно говоря, про две модели до 130, до 80 мы практически все рассказали. А теперь изюминка. Изюминка на торте это вот. Это вот под таких бульдогов. Да, вот она, вот она, вот она. Самый то сложный есть не вариант. Пугать, это реально приманка. На самом деле сейчас вступают в моду вот именно все эти бульдожьи дела под очень крупные, очень тяжелые приманки. То есть сколько? Грамм 250 есть? 240, да. 240. Вот. И при этом эти приманки ведутся рывками. Поэтому у меня в руках модель, которая называется Bulldog Special, которая именно рассчитана на рывковую проводку вот таких вот, либо там поменьше. Вот, например, раз вариант. Это, кстати, уже у нас делают, это X-Baits. Вот это два вариант, поменьше, двуххвостый бульдог. То есть, собственно говоря, вот под все рывковые дела. В чем разница? Ребят, она жесткая. Она до безумия жесткая по одной простой причине. Чтобы вот это вот, положив на дно на 10 метрах, на дистанции 40-50 метров, рывком поднять, удилище должно быть, ну не то, что прям совсем несгибаемым, но близко-близко к этому. То есть я сейчас покажу, вот давай вот так покажу, как должно быть. Вот это вот нагрузка. На самом деле на нашем рынке, как бы под российскими брендами такого вообще нет, пока ни у кого абсолютно. Импортные все вот удилища достаточно дорогие, там что-то мне цены называли как-то неприятные, совсем, да. Нехорошо. Да еще и сейчас есть те, которые хотелось бы купить, но просто не купишь, не да. Купишь их уже, не затащишь, нет. Вот, поэтому опять же, попытались сделать условно народное удилище. Конечно, оно стоит подороже. Просто потому, что здесь примерно в два раза больше графита. Вот. То есть розница будет в районе там, 17-18. Но при этом, в чем как бы важная вещь? Невзирая на то, что это не супер графит. Кстати, супер графит здесь бы и не подошел бы, просто потому что она была бы либо очень хрупкой, либо дико-дико жесткой, жестче, чем вот это. Не пойдет. Смотрим, вот у меня сейчас это Рево Торо Бист, абугарсийский мульт. Кстати, под такие удилища вот даже инстинкт не пойдет, слабоват будет. Смотрим баланс. Не, ну, есть как бы более такая-то дешевая серия, да? Катушек. Ну, хотя Акума, да, хорошая катушка, вот я ее юзаю на бульдоге уже третий год. И жива. И она до сих пор жива. Ну, да. Они, видишь, они сходны по размеру. Ну, у меня это, вообще такое говоря. Ощущение, что кто-то у кого-то чего-то посмотрел. Не, ну есть разница. Есть разница. Ну, да. Что-то так. Вот, что по этой модели? Вот здесь никаких альтернатив, ну, наверное, кроме какого-нибудь дичайшего троллинга с даунрейдерами или еще чего-то, я не найду. Вот, то есть узкоспециализированное удилище под рывковые дела очень крупных и очень упористых приманок. Минималка, значит, как бы формальный тест до 320 грамм. В реале как бы все сильно зависит от объема, упористости и прочее. Но вот это у нас какие бульдоги называются? Это большой. Это бульдог большой уже, бульдог. Да. Это не магнум, но большой. Да. Вот. Вот большой 240 бульдог. 240 грамм, она продергивает просто великолепно. Формально. Была же поимка, вот ты же да. Бульдога и дергал, да. Как раз, да. Формально кинуть вот 320 грамм можно, я проверял. В реалии вот как бы именно по продергу это вот самый большой. Обычный, не магнум. Не, ну и вот чего добивались, вот построю, вот эти 240 грамм не надо кидать руками спиннинг, да. Их как раз запускает. То есть ты делаешь опять движение, маховое такое, и уже докидывает именно спиннинг. То есть при своей всей жесткости он как раз вот этот вес хорошо запускает, как катапульт. Не, но все-таки вложиться немножко надо. Чуть-чуть начали. Ну, блин, 240 грамм это вообще когда вложиться. Когда мы разгоняем 240 грамм. Ну смотри, мы говорим про 240, про большой бульдог. У нас же вот есть поменьше там. Вот модели как бы. Здесь-то не 240, здесь. Ну, блин, давай будем так. Я когда не было под рукой ничего интересного, но хотелось покидать маленького бульдога, я его экспириться до 80 кидал. Ну, провод не получается. Ну, так. Как бы, но все равно ведешь.
блин, так, что там, хвосты-то играют. Вот, но в общем, как вы понимаете, это для фанатов. То есть для тех, кто хочет реально попробовать эту вот экстра-хэви рывковую проводку, когда потом вот здесь вот на боку синяк, а он по-любому будет. Вот, синяк будет вот здесь и вот здесь. Сразу предупреждаю, показывать не буду, он есть. Поверьте. Вот, но как раз модель для тех, кто хочет именно как бы попробовать поймать прям трофей-трофей. Потому что бульдоги, конечно, они собирают в первую очередь трофейную рыбу. Вот. Со мной, конечно, могут некоторые поспорить, но пока статистика говорит именно об этом. Хочешь трофей? Но в то же время у меня вот есть же, по-моему, позапрошлый год, когда я начинал вот эти бульдоги таскать, у меня есть, блин, фотографии со щуками, которые, ну, чуть-чуть длиннее, чем сам этот бульдог. Кстати, да, вот тема, которую мы не обсудили. Вот все там считают, что вот большие приманки, это только крупная рыба. Вот сегодня опять у нас крупной рыбы нет. Не получилось снять, да. Но за приманкой шла, ну вот такая и, блин, хватало его за хвост просто. Да, это просто был обычный бигбейт, то есть ну, там твоя, по-моему, твой судачок был. Да. На камеру все-таки. Вот, что произошло, что происходит вообще в этом плане? На самом деле, если у вас в водоеме щуки там крупнее пятерки нет, бигбейт вам, в принципе, не нужны. Но если у вас есть и крупная рыба, и мелкая, ну, скажем так, вот, что показать-то, отдай своего судака. Собственно говоря, вот на такую приманку совершенно спокойно клюет там полторашная щука. Да, если, она с удовольствием на нее клюет. Если вы специально за полторашной щукой пошли, понятно, что это не ваш размер. Но если вдруг, кстати, вон, смотри, как кусает. Да, я здорово погрызли. Да. Погрызли. Вот. Если вы пошли как бы за все-таки крупной щукой в надежде ее поймать, но крупная что-то не ловится, ловите дальше таким размером. Полторашка садится уверенно. Вот. Смотрите, как она немножко поедена. Чуть-чуть. Я не знаю, видно, не видно. Вот. То есть это порезы на резине, это порезы от зубов вот этой вот самой маленькой полторашечки. Потому что приманка была новая до этого момента. Ну, собственно говоря, я не знаю, что еще рассказать. Рыбу мы поймали на все и не по одной. Проверили в деле. Проверили неоднократно. То есть, сколько я привозил тогда? Три варианта. Жесткость, строй и прочее-прочее отбирали, потом меняли, переделывали. То не кидает, то не подсекает, то сливает, но добились вот прямо четкой середины, считаю. Да, то есть она и соблюли кидает, баланс. И подсекает, и держит рыбу. И при этом она не дико тяжелая. Вот еще момент. Потому что есть модели, которые весят вообще неподъемно. Здесь считай, вот у нас нет. Сегодня третий день мы кидаем ими, да? И усталости нет, вообще заметил? Абсолютно. И вспомни, когда начинали. Да. Просто-напросто их куда-то подальше и давай джиговать. И тяжелый джиг кажется, лайт. Ультралайт, ультралайт. Спиннинг до 50, ультралайт. Не, ну с другой стороны, я вот сейчас, когда брал, работал бульдоговой палкой, после этого я брал до 130, для меня уже 130 был ультралайтом. Единственное, вот, что можно потенциальным желающим вот сказать, это чтобы, если вы соберетесь на такую рыбалку, вы чтобы еще инструмент с собой брали. Покажи, ну, допустим, щипчики. А, да, щипчики. Вынимать тройники. Минимальный размер должен быть, потому что щука эту приманку на два тройника, если садится, освободить и оставить ее живой без инструмента очень тяжело. Ну, в принципе, тот, кто ее забирает покушать, как бы инструмент может быть и не нужен, тогда возить с собой фиштоттеры, то есть хотя бы вот такая палка жесткая, чтобы ее сразу оглушить, чтобы она не мучилась. Ну, если честно, нам это не нравится, то есть мы-то... Блин, Кирилл, ну стараемся Кирилл, запускать ты понимаешь, все, что очень многие все, люди реально хотят поймать рыбу, чтобы покушать. Понимаю. Ну, ничего не с этим не сделаешь. А сделаешь трофейную рыбу брать нехорошо. То есть поймали, условно, ну, говоря, там две трешки взяли, все, что больше пяти, лучше отпускать. Давайте так говорим, все, что больше пяти, это уже невкусно, это уже опасно употреблять в пищу, потому что в ней свинца, как в ваших приманках, блин, которые слушай, вы кидаете. Слушай, я ни разу не ел пятерку щуку. Нет. Вообще ни разу. Ну и тогда у нас погибла, она, я домой привез, мама сделала котлеты и сказала, больше мне такую рыбу не привозить, она невкусная. Ну, собственно говоря, ладно, это каждый решит сам для себя. Наверное, на этом все. Так вот мы что-то как-то взяли и записали то, что думали, то, что сделали. Если есть какие-нибудь вопросы, первые пару недель после появления видео, прям не стесняйтесь, спрашивайте на YouTube.
Потом, если есть вопросы, и я, и Сергей Жмур, мы есть ВКонтакте, я есть на Росфишинге, в общем, захотите найти, найдете, спрашивайте, не стесняйтесь, без что проблем, сможем, да, ответить, как бы ответим. Вот, поделиться опытом, на самом деле меня спрашивают, как правильно джиговую проводку сделать, понимаешь? Не, ну, молодцы люди, не стесняйтесь. А мне вообще проще, хотите, чтобы научил, приезжайте. Да, Сергей, кстати, он же еще и гид. Тем гад. Более сейчас осваивали вот с Кириллом сегодня работу вот этой приблуды. Паноптика. Под названием Паноптик. Блин, слушай, да, ну эта игра в Марио, она затягивает. Мы сегодня столько рыбы крупной нашли. Она бежит за приманкой и разворачивается, уходит. Нервы выматывает просто. Блин. Ну еще не конец, мы еще попробуем. Мы еще поймаем. Мы поймаем еще и под нее. Вот. Собственно говоря, на этом все. Прощаемся с вами, мы ловить дальше, уже чисто вот в удовольствие, половить бигбейтами и постараемся еще что-нибудь приличное взять. Понравилось, подписывайтесь на канал, будем стараться и обзоры снастей делать приятные, интересные, ну и рыбалки, видео с наших рыбалок. Все, не хвоста, не чешуй.